что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Алошка, сегодня мы продолжим играть в игру под названием Minecraft на версии 1.7.10. И как вы помните, в прошлой части мы остановились на том, что сделали себе моба-дробилку. Эта самая моба-дробилка находится всего лишь в 50 метрах от нас, и если вы не помните, что это такое, или просто не смотрели прошлую часть, то я вам сейчас, в принципе, объясню. Кратко, но объясню. Эта моба-дробилка состоит всего лишь из одного спавнера зомби, зомби у нас спавнится и течет по предварительно разлитой воде прямо в пропасть. Пропасть состоит всего лишь из 22 блоков в высоту, и он падает, наносит себе урон примерно в 18 жизней, но у него остается целых 2 жизни. Мы подходим снизу, добиваем его простой рукой, то есть даже меч не нужно крафтить, и получаем с него лут. Это, например, мозг зомби, который нам очень нужен для Таумкрафта, это Rotten Flesh, то есть гнилая плоть, и, конечно же, самое главное, это опыт, потому что без опыта мы ничего не можем зачаровывать. Да, водный дракон, тихо. Короче, в прошлой части мы помимо моб-дробилки еще кое-чем начали заниматься, это смешанными кластерами. Если вы не помните, мы их создавали для того, чтобы улучшить наш алтарь, потому что мы сегодня будем, наверное, создавать самый сложный крафт, который есть в том крафте. Я, конечно, не в курсе, но, по-моему, мне так кажется. Вот, смотрите, это осмотический стол зачарований. Создается он очень дорого, это раз. А во-вторых, нестабильность у него опасная при создании, поэтому все может к хренам собачьим взорваться, ничего не сработать, все крафты просто возьмут и пропадут. И поэтому к этому действительно я готовлюсь уже целых 2 серии, но сегодня все-таки постараюсь скрафтить. Давайте посмотрим. Осмотический стол зачарований. Для него нужно 4, нет, даже 5 обсидиановых основ, у меня уже 6, я ее тут немного подобывал. Это вот этот вот блок, который у нас, кстати, действительно в огромном количестве, то есть мы можем, если что, взять, добыть и снова поставить. Далее это у нас вот такая вот хреновина под названием таум-слиток. Таум-слиток тоже крафтится довольно просто, вот, например, в прошлой части мы сделали их целых 5 штук, и самое сложное это ткань поглощения заклинаний. Дело в том, то, что тут нужны нитки, тут нужна шерсть, и вы, я думаю, помните то, что у нас небольшие проблемы с нитками и шерстью. У нас нет нигде гребаных овец. Я хрен знает, как мы будем решать эту проблему, но благо здесь нужна всего лишь одна такая ткань, и если она пропадет, то я думаю, там можно одну штучку заменить, то есть мы сделаем сразу 2. Да, но трудности не в крафте, трудности в эссенциях. То есть тут нужно действительно огромное количество эссенций, типа 20 Алиенса, 10 Когнитио, 50 Приконтатио и многого другого. То есть проблем у нас не возникнет, скорее всего, с Приконтатио, с Потенцией и Вакоусом, потому что Вакоус есть у нас в колбочках, создается это из стекла, то есть все просто. Потенция у нас берется из угля, угля у нас тоже дохренища, а вот Приконтатио берется из великого дерева, что тоже, в принципе, довольно просто, потому что у меня его вроде как дохренище, больше, чем 50. Да, у меня 1,5 стака, так что все замечательно. Да, и я не знаю, где брать Когнитио и Алиенис. Я реально не знаю. Алиенс, кстати, а не Алиенис. Короче, Когнитио, по-моему, берется в простых книжках. Это мы тоже вроде как быстро решим. Да, тут есть 3 Когнитио, окей. Проблема уже решилась, сама собой. Смотрим. Алиенс, где же тебя можно взять? Это единственный аспект, с которым у меня, походу, возникнут трудности. Тебя можно взять... О, ёперный театр. Ёперный театр. Подождите, тут написано то, что его можно взять в обсидиановой основе, но его здесь нету. Или это просто блок, который очень сильно похож на обсидиановую основу? Давайте посмотрим. А, да-да-да-да-да, это совершенно другой блок. Это на самом деле, знаете, основа тотема с лицом. Но у меня таких нету. Или есть одна штучка, давайте посмотрим. Нет, нет, и еще раз нет. Блин, жалко. Есть еще это в эндерперлах. Эндерперла у меня всего лишь одна. А, тут еще и приконтатия есть, кстати говоря. Короче, единственное решение проблемы добычи Алиенса, это либо вымпел крафтить, который крафтится, опять же, по-моему, из шерсти, а шерсти у нас, опять же, нету, либо из приконтатио. Да. Походу, прямо сейчас нам придется идти в наш старый дом, который мы забросили еще серии 30 назад. Даже 40 получается. Тогда сейчас ставлю на паузу, плыву на своей мега-супер-пупер лодке и прихожу именно тогда, когда добуду уже весь Приконтатио. Ой, какой Приконтатио, что говорю, Алиенс. Крафчу лодку и бегу. Ладно, увидимся, получается, через паузу. Раз, два, три. Господи, какая же ностальгия, вы только посмотрите на наш старый дом. Я уже серьезно забыл, с чего же начинался этот сезон. Блин, капец. Мы тут даже это делали.
Вот что, порт. И знаете что, меня сейчас это немного озадачило. А если в Эндернике что-нибудь такое? Aliens? А, нет, это не Aliens, это Tenebri. Блин, вот если бы в Эндернике сейчас был Aliens, то у нас бы просто проблема сама собой решилась. О, господи, реально, такая ностальгия. Я сейчас забегу быстренько домой, посмотрю, что у нас тут. А, капец, я же помню, склад создавал. Господи, ностальгия, просто такая ностальгия. Кстати, давайте, кстати, поспим. И еще раз, кстати. Так, все, отлично. Ну и теперь я точно вернусь тогда, после пипа, когда добуду весь... Что это такое? Двухвостка какая-то. Когда добуду весь Aliens. Окей, увидимся через пип. Раз, два, три. Пип! Fuck this shit, меня убил Эндермен. Fuck this shit. Я все сказал. Блин, оу, щит, я же теперь спавню здесь. О, нет, мне сейчас придется плыть. Короче, я добыл 9 жемчуга эндера, и 10 эндермен меня уже убил. Ну как 10, на самом деле я убил примерно 20 эндерменов, но не со всех выпадал этот жемчуг. 9 штук, думаю, должно хватить, потому что... Воу-воу-воу, скелет, иди в жопу. Я, потому что... Да пошел ты в жопу. Думаю, что 36 алиенса, ну, достаточно. Нужно сколько там, 20, да? У меня почти в два раза больше, окейушки. Ладно, я тогда снова ставлю на паузу. Это уже третья пауза за эту серию, черт подери. И увидимся через пип. Раз, два, три. Пип. Собственно, сейчас нам надо будет сразу же решать проблему с шерстью и нитками. Наверное, все-таки с нитками-то проблем не будет, так как у меня есть даже спайдерс, как его там, спавнер. Он находится вон, в 100 метрах от нас, на том острове. И я, наверное, добуду. В то же время из ниток можно создать шерсть. Но, блин, проблема заключается в том, то, что у меня может очень много времени на все это уйти. И если у меня есть хотя бы одна овечка, это уже просто круто. Фак, у меня нету ни шерсти, ни ниток. Блин, за что мне это? О, господи, ладно, перед тем, как я пойду туда к спайдерам, я возьму и начну все это дело переплавлять. Да, и еще, кстати, я, наверное, сразу выложу небольшой крафт, чтобы потом не было никаких проблем. Я пока, так сказать, в духе выложить крафт. Подождите, раз, два, три, четыре, пять. А там нужно сколько? 5 разве? Давайте на всякий случай проверим. Раз, два, три, четыре, пять. Да, все правильно. То есть таум слиток надо где-то еще добыть и добыть ткань. И именно для ткани мы сейчас пойдем к спайдерам. В общем-то, снова ставлю на гребаную паузу. Надеюсь, то, что вы не забудете, кстати, поставить лайк. Потому что я уже снимаю эту серию минут, наверное, 20-15. Ну да, 20 это слишком много, где-то 15. А для вас, по-моему, это минут 8-9. Вот так вот. Короче, раз, два, три. Пип! Я совершенно забыл то, что у нас здесь есть паутина, чуваки. Я, получается, сейчас могу сразу добыть кучу паутины, опять же. Сделать хотя бы две шерсти, сделать сразу две ткани, чтобы было на прозапас. И все, я еще не встретил ни одного паука, но у меня уже есть 16 нитей. Йоу! Сразу создадим, получается, две шерсти, только мне ее некуда ложить. Так, окей, вот это вот. Ага, нормально. Так, слышишь, паучка? Давай, слышу, замечательно. Ну и 10 ниток. Окей, у меня, в принципе, хватает именно на 2 крафта. Вот теперь-то я сразу все это проверю, чтобы, если что, не возвращаться сюда. И смотрим. Значит, ткань поглощения заклинаний. Ты крафтишься при контате, пермутате, пердите. Все нормально. Зачарованная ткань крафтится из всего вот этого... Ниток и шерсти, абсолютно любой шерсти, кстати говоря. Хорошо, ну и теперь осталось только лишь вернуться. Такс. Берем, и по-моему подняться где-то можно здесь, давай. Есть, я нашел выход, да. Сейчас смотрите, прямо на ранцы долетим домой. Слушайте, а ведь действительно, у меня же ранец есть. Зачем я постоянно лодки крафтил? А, ну хотя не, все равно правильно. На ранцы далеко не улетишь, потому что топливо кончится. Но в данный момент можно и долететь. Это, блин, реально круто. Беру такой, улетаю, и никакие акулы не будут меня бить. Бедный курятин, его же сейчас загрызут. Так, все. Раз, два, три. Замечательно. Смотрим и крафтим. Так, в общем, две нитки. Раз, два, три, четыре, пять. Получаем ткань. Нужно всего лишь по 0,8 каждого аспекта потратить. И теперь нужно, я не помню, что сделать. По-моему, куда-то что-то кинуть, да? Ну-ка, еще раз проверим. Точно? Зачарованная ткань, да, все замечательно. Проверяем теперь, как создается вот это. Берем, получается, целых 20, ёперный театр, 20 бревен великого дерева, 4, нет, 4, да, ртути, и берем также 12 булыжника.
Хорошо, это будет довольно просто. Я, кстати, встретил по пути немного злых зомби, и смотрите, мне 2 мозга выпало, так что я могу даже сейчас поесть, и временное искажение у меня увеличится. Да, уровень временного искажения увеличился, замечательно. Еще раз смотрим, там нам понадобится булыжник, далее Ай, слушайте, жемчуг Эндера же надо поставить сразу плавить, чтобы потом это, не мучиться, не ждать. Опа-на, хорошая новость, смотрите, у нас тут есть 24... Этого, как твоего? Патентия вроде называется. Сейчас на всякий случай проверю, хватает ли этого. Да, смотрите, патентии хватает, все замечательно. Но, по-моему, у меня есть даже больше. Тут 19. Вау! Йоу! С запасом! Все с запасом нужно делать, иначе потом какая-нибудь проблема случится, и в итоге что-то выпадет, что-то не хватит. Да, запасы нужны, прям обязательно, я бы даже сказал, нужны. Вот так вот. Фух, патентия есть. Далее смотрим, что тут еще. При контате же вроде, да? Да, при контате нужно 50 штук, а у нас тут... Нифига себе, у нас 80, поэтому тоже с запасом, все нормально, все хорошо. Вот это я, получается, сейчас быстренько убираю, и после того, как ставлю заново, ставлю на переплавку те самые жемчуги Эндера. Раз, два, три, все, плавьтесь. А алиенс у меня есть? Был, по крайней мере? По-моему, не было у меня никакого алиенса. Что?! У меня 60 алиенса? Серьезно? Так а какого хрена я тогда тут мучаюсь? Пипец, у меня, оказывается, был гребаный алиенс. У меня на целых 3, получается, таких стола хватит. Капец, у меня начинает понемножечку бомбить. Я все это время просто зря ходил в Эндермир, прикиньте. Ах, какая же тупость, а какой же я тупой. Так, ладно, это поставим куда-нибудь сюда, это уберем и снова поставим сюда, потому что в прошлый раз, помните, да, банка закрывала, и в итоге никаким образом не мог вылететь этот аспект. Да, в общем, у нас есть алиенс, даже дохренища, больше, чем при контате у нас есть алиенса. Осталось только лишь добыть когнитио из книжечек, вакоус и все. Да, это действительно все. Но перед этим нужно скрафтить ту самую зачарованную ткань. Поэтому мы сейчас продолжаем добывать ресурсы. Сразу, кстати, давайте быстренько поспим, потому что иначе я потом как бы не буду спавниться там. Вот, еще давно хотел проверить, в импеле сколько? 1 алиенс, да? А, хорошо, окей. А, блин, книги забыл положить. Вот это я тупой. Пипец какой тупой. Ладно, неважно. Идем, создаем, быстрее. Ну что же, момент истины, начинаем кидать. Раз, два, три, четыре. А, что? Какого хрена? Какого хрена мне дали всего лишь одну ткань поглощения заклинаний? Вы что, издеваетесь надо мной? О, нет. Нет, 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 тут теперь чего-то не хватает. Какого хрена? Здесь же все было хорошо. Неужели так много аспектов? О, господи, ладно, попытаемся как-нибудь с помощью одной ткани создать. Надеюсь, мне прям пипец как повезет. И все получается, крафт готов. Сейчас берем книги, переплавляем, получаем все, что нужно. И перед этим еще нужно скрафтить вот такие вот стеклянные пузырьки, потому что только там есть вакоус, я думаю, вы это помните. Благо, создается сразу дохренища таких стеклянных пузырьков, поэтому мы можем взять вот столько и кину сейчас целую половину. Но кину я, конечно, не половину, а все 40, потому что я делаю все с запасом, я думаю, вы это помните. Но... на этот раз я все-таки проверю, вообще вакоус у меня есть или нет, а то вот будет так же, как с алиенсом. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет у меня никакого вакоуса, и походу у меня даже банки с ним нету, ни хрена себе. Так, ладно, я тогда вот эту вот баночку как-нибудь сейчас осушу, или этого нельзя сделать? Нет, походу никак нельзя сделать. А, черт, мне получается нужна теперь еще одна банка, господи. Ладно, создаем, собственно, стеклопанели. Сейчас мы быстренько все это создадим. Раз, два, три, четыре, пять. Берем где-то сейчас дубовые доски. Да, но у меня, по-моему, они кончились. А, нет, у меня их дохренища, ни хрена себе. О, во, еловые панели, то, что нужно. И создаем сразу 2 банки на прозапас, потому что понадобится, я думаю. Раз, два. Еее, баночка готова, замечательно. Книжку я так и не кинул, потому что я придурок и до сих пор забыл это сделать. Ах, ё-моё, что ж я такой-то забывчивый. Значит, кидаем... 40 стеклянных пузырьков. Ждем, пока это все переплавится. Переплавляться это будет, ну, в принципе, не так уж и долго. Но, по-моему, у нас нету свободного места, да? Да, по-моему, нету. Значит, берем сейчас быстренько итер. Итера у нас, кстати, маловато. И заполняем. Раз, два. Отлично. А здесь у нас что? Алиенс. Ни хрена, у меня целые 2 банки с алиенсом. Слушайте, нужно освободить. Хотя бы вот это вот. Тут вакоус начал появляться. Тут уже, кстати, все переплавилось. И осталось только книги. Да, так, тут вакуум, значит, появляется. Хорошо, подождем еще маленько. Хотя подождите, у меня же банка при себе, так что все нормально.
Значит, заполняем. Сейчас, если что, еще дополним. А тут у нас должно появляться когнитио. И вот оно. По-моему, у меня нет ни одной банки с когнитио, поэтому недаром я скрафтил сразу две баночки. Да, вроде нету никакого когнития, так что все нормально. На прозапас создаем. Сколько у меня в итоге его? 22, а нужно, по-моему, 10. Опять же, я это все проверяю. Да, 10 когнитио, 20 алиенса, 20 потенций, 50 приконтати и 20 вакууса. Все есть, все хорошо. Осталось только лишь все это добавить на прозапас. Вот я это все создаю, ставлю. И черт возьми, я готов. Черт гребаный возьми. Я действительно готов. То есть мне сейчас нужно всего лишь выложить крафт. Осталось, получается, добыть 2 таум-слитка. И, ё-моё, я немного прям волнуюсь. Сейчас забираем, кстати, вот этот вот стол зачарований. Надо сразу его поставить на середину. Вот так вот. Фух, ну и все, идем создавать последнее. Всего лишь гребаное последнее. Чуваки, я реально волнуюсь, я снимаю эту серию уже больше, чем полчаса для себя самого. И как бы, если сейчас что-то не получится, я, конечно, волосы на голове рвать не буду, но, по-моему, у меня начнется бомбежка, если у меня ничего не получится. Так, вот тигель надо сейчас немного осушить. О, другое дело. Далее снова налить туда водички. И идти брать наше великое дерево. А, у меня оно есть. Так, ну получается... Стоп, что? А, вот оно ведро, господи, я уж думал, потерял его. А, получается, берем всего лишь 2 железных слитка. На всякий случай, кстати, создам побольше. Почему 2? Лучше 4 штучки, мало ли пропадет хотя бы одна. И нужно кинуть целых 16 штук. Раз, два, три, 4, 5. 16 штук кидаем, 4 дополняем, 4 таум слитка готово. Все, я готов, я чертовски готов. Я прям решительно настроен, палочка при себе, все замечательно. Я готов нажать гребаную правую кнопку мыши, и у меня начнет все создаваться. Еще раз проверим на всякий случай, чуваки. Я, конечно, дико извиняюсь, но это действительно, по-моему, самый сложный крафт, который я когда-либо создавал. Это уже какая серия получается? 55-я, да, серия? И вот на 55-й серии мы сейчас будем кое-что крафтить тяжелое. Так, проверяем. Вот тут я все заполнил, все хорошо. Обсидиановая основа есть. На всякий случай, конечно, добуду сейчас еще маленько, хотя бы штучки 2. Крафтится никак, это добывается довольно быстро. Да, все. Если что, дополнить таум-слиток я смогу. И получается, я могу нажать. Ну что же, пожелайте мне гребаную удачу. Раз, два, три. Полетело приконтатио, все замечательно. Сразу из одной банки. А, ну да, из одной банки. Приконтатио, кстати, по-моему, очень долго лететь будет, потому что нужно целых 50. И вот видите, да, почти целая банка иссушилась. Охренеть. Смотрим дальше, что же полетит. Ой-ой-ой-ой, меня уже бьет молния, фак. Фак, магическое истощение, магический яд, ненавижу тебя. Так, там ничего не упало? Надо проверять, проверять вещи срочно. Надо за ними следить, что-то я это туплю. Ни о каком голоде сейчас речь не может быть. А, так, что это, кстати, летит? Алиенс, там нужно сколько? Забыл уже, 20, да? Окей. О, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ничего-ничего-ничего, не ломайся! Что-то опять сломалось. Мне кажется, или сначала лучше очистить? О, фак! Так, очищаем. Что это сломалось? Вот эта хрень выпала. Сейчас, погодите, все нормально. У меня ничего не должно сломаться. Тут начало. Хорошо. Я извиняюсь за такие просто мега-супер-пупер комментарии с моего исполнения, но я реально волнуюсь. Итак, таум слиток кидаем. По-моему, один сломался. Далее нужно добавить еще одну обсидиановую основу. И осталось совсем немножечко. Оно! Так, извиняюсь. Я сделал это. Боже. У меня прям слезы на глазах, я сделал это. Осмотический стол зачарования, да, черт возьми, да, господи, да. Осталось только разобраться, что это такое. Я не знаю, что это такое, но я чертовски рад, что я это скрафтил, потому что, судя по всему, Таумик Инженерия, точнее, Таумик Тинкер, видите, да, почти весь настроен на этот осмотический стол зачарования. То есть тут дохренище всего изучается. Какие-то зачарования, это надо походу все изучать, это нужно как-то дополнять, и уже в следующей серии мы, скорее всего, что-то будем зачаровывать. Фух, вроде не...
экшеновая серия, но адреналин у меня поднялся. Конечно, я сейчас знаю, это тупо звучит, но реально, я волновался, дико волновался, что у меня ничего не получится, но все получилось, и это хорошо. Фу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, потому что благодаря вашим лайкам мотивация, так сказать, пополняется, и хочется снимать больше серий. Да, вот, по крайней мере, за последние 5 дней я снял целых 6 серий. Скорее всего, вы, конечно, их смотрите где-то в июне или в конце мая, но я их выкладываю всего лишь по одному ролику в 3 дня, потому что в начале июня я улетаю, я думаю, вы помните эту информацию из прошлой части. То есть, да, я улетаю, меня не будет целых 2 месяца, поэтому я сейчас заранее снимаю кучу роликов, я готовлюсь к каждому ролику, я где-то по 4 часа трачу на все эти ролики в день, поэтому благодаря вашим лайкам мотивация, она постоянно пополняется и... Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, это все, что я хотел сказать. В общем, я действительно заканчиваю данную серию, спасибо огромное за просмотр, и если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей, а с вами был Ложка, Таумик Инженерия и Таумкрафт, всем удачи, всем пока! Пока-пока-пока!